Вера Васильевна, преподаватель Жанабель передает вам пакет с продуктами. Эти продукты были куплены на ее деньги. Здесь обычные простые продукты. Вафли, майонез, все, что нужно для хозяйства. Рыбка, ну и другие продукты. Она очень заботится о других и ближнем. И она выделяет ресурсы на помощь. Вот, пожалуйста, вот передаю вам пакетик, кушайте на здоровье. Надежда Алексеевна, этот продуктовый пакет, сейчас я его покажу, вам передает преподаватель Жанабель. Она заботится о всех, кому нужна помощь. Здесь обычные простые продукты. Масло растительное, майонез, все хорошее. Вафельки, ну и так далее. Вот вам передает и учит нас любви и состраданию. Кушайте на здоровье. Спасибо ей большое, здоровье. Ну, я очень благодарна, мне первый раз дали. Я очень благодарна от всей души. Спасибо, Жанабель. Бабушка, это вам преподавательница Жанабель передает пакет с продуктами. Там обычные продукты, там молоко, сахар и так далее. Сдачи вот с огорода голосные у нас так благодарны. Она учит нас заботиться о всех наших окружающих. Она помогает. Жанабель. Ни по чем, ничего. И вот спасибо вам, Жанабель, помогайте всем. Благодарна вам очень. Вот, она выделяет ресурсы на помощь и заботится, да. Помощь всем бабушкам. Да. Давайте будем полны любви и состраданию.